Жена Игоря Лифанова прервала молчание после скандала с изменами. Сплетники заявили, что жена Лифанова изменяла ему. Елена Косенко сначала никак не реагировала на ужасное обвинение, а на днях прервала молчание. Елена сообщила, что с мужем и ребенком находится за границей. «Мы с мужем и нашей дочерью Алисой находимся в отпуске. У нас все хорошо. Мы никогда не реагируем на новости о нас», — сообщила Косенко. Напомним, супруги в браке с 2011 года. Лифанов старше Косенко на 17 лет. Несколько лет актер жил на две семьи, пока не узнал о беременности Елены. Знакомство Косенко и Лифанова произошло в сауне. Студентка сразу приглянулась звезде. Актеру тогда было 37 лет, а Елене 21 год. «Я пошел ее провожать пешком домой. Тогда же понял, что моя семейная жизнь закончилась», — откровенничал Лифанов.